всех, я Наталья Незорова. Приготовила сегодня вот такие запеченные яблоки себе на завтрак. Как они готовятся, кладу на специальный коврик в духовку антипригарную, ну, чтобы не пачкался противень. И на 10 минут включаю верхний и нижний жар и температура где-то вот до 200 градусов. То есть яблоки уже готовы, потому что, видите, из них появляется сок. И я ее буду кушать сегодня с чаем на завтрак вместо конфет. Все записи по проекту вы можете найти под хэштегом, который находится внизу этого видео и под видео «Решетка. Мой фитнес-котлас». С вами была Наталья Незорова. До новых встреч!